Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Поражение Сенахерима по молитве Езекии. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Той же дорогою, которую пришел, возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.